Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок. Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения. Таким образом, Министерство обороны вводит в армию контроль за распорядком рабочего времени военнослужащих. По информации «Известий», эта мера была принята после увеличения числа жалоб военнослужащих. Проведенные военным ведомством проверки выявили, что иногда переработки достигали 7 часов в сутки. Собрания и совещания проводились в праздничные и выходные дни, а положенные отгулы личному составу не предоставлялись. Как рассказал «Известиям» источник в Минобороны, теперь такие нарушения будут расцениваться как неспособность командования организовать рабочее время подчиненных и учитываться при аттестации военачальников и командиров. Напомним, ранее министр обороны России потребовал от командиров соблюдать право военных на личное время. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.